Вот это же просто красота, такая аутентичность, такое белье. Как только хорошая погода, хозяйки стирают. Стирают непрерывно, не прекращая. И так аккуратненько все развешено. Сначала маленькие, потом средненькие, потом длинненькие вещи. По цвету все. Вот такие вот удивительные хозяйки Грузии. Мне так нравится, как они такие веревки перемещают длинные. Даже здорово. Классно же. И вообще тут дворики такие хорошие. Симпатичные очень. Это сакура, Толя. Но, во всяком случае, на картинках это выглядит именно так, правда? Смотри. Именно вишневые листики. Ну, красиво же. Вот какие красивые. Мне кажется, это вишня. Я не знаю. Точно не могу сказать. А идем мы в магазин. Вот здесь такие хорошие площадки во многих местах. Тепло сегодня, да? Тепло. Вот оно, белье. Чудесное. Ну, чудесное же. Мне очень нравится. И одеялки. Как только одеялки появляются, значит, хороший солнечно-ветреный день. И все можно высушить и подсушить. Тут где-то кошка живет. Смешная. Но я не знаю. Наверное, она не каждый день. Сейчас она, видно, где-то в других местах делом занимается. А вот стадион виден кусочек. Дом симпатичный. Ого, мячиком как. Такая же просто, как у нас сиреневая. Видишь? А, так это ты чехол тоже, это киевский. Ну, ты видишь? Ой, смотри, как аккуратно все развешено. Все по цвету. Вот вообще удивительные хозяйки. Мне нравится. Точно. Сиреневая простынь. Тут очень много красивого турецкого белья постельного. Я все это очень люблю. Мы все подобрали. И сиреневые комплекты, и светлые. Магазин Юск, который я тоже показывала. У меня была ссылочка в моем видео. Тоже очень хороший магазин. Много чего полезного можно купить. Вот стадион. Вот там вот магазин Carrefour большой. А мы идем на угол. Если работает, конечно, если открыт магазин лампочек электрических. Посмотрим. Может, кому-то интересно. Льняное масло здесь продается? Нормально. Ой, мне кажется, я даже купила маленькую бутылочку. Не, ну, если большая, литр. Ой, ну такого не видела просто. Здесь все, что связано с машинами. Целый переулочек магазинов, где можно купить все для машины. Вот этот магазин Carrefour. Что-то такое уже расцветает, такое красивое, и почечки. Вы что поставили? А, красивые. Такие стеклянные будут, темно-серые. Они не видно, что они темно-серые, они темно-серые. Дымчатые такие, красиво. Почти черные, ну да, такие графитовые. А
Это ресторанчик, но мы здесь еще не были. Он был закрыт долго. Вот только сейчас все открывается, на самом деле. Вот такие катакомбы. Дуванчики. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой, вот уж точно. Потом меня ожидал увидеть небоскребы, если честно. Но они есть. Вот такие большие. Вот так называется. Работает он или нет, сейчас мы увидим. Все для света. New light. Так работает, получается. Только укороченное воскресенье. Да, с 11 до... Так вообще работает, конечно. Вот. Да, ну нет, надо, чтобы оно яркость какую-то давало. Вот такие мы. Такие можно. Они как с кружевом сделаны. Можно, там белые можно, хорошо будет. Надо включить, попросить, или мы сами, помнишь, в прошлый раз включали. Вот очень большое количество. Ну, очень большое. Оно очень хорошее кресло. Не знаю, мне нравится. Почему тебе не нравится? А еще кресло у вас. Но она же грязная, уже они же не могут ее одеть. Смотри, какие красивые, ну обалдеть. Вот такие красоты. Очень большой выбор в этом магазине. И мебели, и лампы, и светильники, и напольные, и настольные. Короче, красота. Потому что уже просыпаются все. Почки на всех деревьях. Это почечки. Белье висит. Вот это я хотела снять. Это что же, наверное? А? Ну и что, вот там пройдем. Тут кусты такие красивые. Посмотри, какие красивые. Ой. Какая красота. Ну это ж красота. Вот это какие-то, это кошачья мята, что ли. Ой, какой запах здесь. Ой, смотри, какая, боже, что это за чудо? Что это за чудо-юдо такое? Ох, как красиво. Я не знаю, что это такое. Можно узнать, на самом деле. Какой у них двор красивый здесь. Ты смотри, что это за красота? Это какую-то ягоду, может быть, какие-то. Ну, здесь вообще двор чудесный. Ну, как люди обиходили свой двор красиво. И у них тут дом вот такой строится. А старый забор, что-то здесь было интересное, наверное. Чудесное было место, просто чудесное. Теперь немножко так будет шумно. Вот особенность Батуми, да, вот был старый дом. Вот они здесь ставят точку высокую и все. И все вот эти окна будут закрыты вот этой точкой. Вот такой момент есть. Очень важно следить при покупке жилья именно за этим моментом. Есть ли площади спереди, сзади, сбоку? Могут ли поставить дом? Может ли там быть все закрыто? Это очень важно, на это стоит обращать внимание.
надо же, вот она природа просыпается. Такие цветущие. Даже маленькая цветет. Чудесно, как. Вот так вот красиво, если посмотреть. На улице тепло, но ветер немножечко такой с холодцой, поменялся немножко, но все равно очень комфортно. Есть чем дышать, кислорода много в воздухе, очень хорошо. Ну вот я только что об этом рассказывала, что люди купили квартиры и поставили новый дом. Вот точно так же будет перед этим высоким домом будет стоять точка. Конечно. Да, да, спасибо. Именно на Пиросмане. Say what you want.